Автохлам может заполонить дороги Казахстана. Такие опасения высказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. По его мнению, причиной этого может стать повышение ставок на утильсбор в России с 1 октября. Однако, как полагает Шарлапаев, законодательные изменения в соседней стране не должны повлиять на стоимость автомобилей в Казахстане. Он напомнил, что повышать ставку в нашей республике пока не собираются. Из-за разницы вот в ценах к нам, к сожалению, может опять появиться достаточно большой поток старых автомобилей, которые вредят и экологии, и создают очень опасные условия на дорогах. И вот такой риск, он вполне реальный, потому что, то есть, другие страны обороняются от ввоза, давайте просто это назовем, автохлама путем создания заградительных мер, а мы считаем, что нам ограждаться не нужно.